Василий Николаевич, ну приветствую вас. Наконец-то мы с вами нашли время. Не, наверное, все-таки вы нашли время пообщаться со мной. В такой вот непринужденной атмосфере, честно скажу, что я редко использую стиль для интервью в таких локациях, кафе, ресторанах. Ну, Светогорский, грех не пообщаться, и вид красивый такой. Вам спасибо, что приехали. Вы кандидат от партии «Слуга народа» по, собственно, этому округу, в том числе и Славянск, и Светогорск. Много вопросов к вам. Ну, мы, наверное, основные какие-то моменты затронем, поскольку вы человек, с которым можно говорить на разные темы. И о юриспруденции, и о политике, и о регионе, и о социальных вопросах и так далее. Я начну с одного простого вопроса, который меня интересует как политического аналитика. Вот вас часто обвиняют в том, что вы там, бывший коммунист, бывший член коммунистической партии, уже будучи в независимой Украине. Но мало кто, наверное, помнит или, может, не хотят помнить, что, по сути, у нас страна управлялась и управляется многими выходцами из советской системы. И до запрета коммунистической партии очень много людей были прямо или косвенно связаны с коммунистическими какими-то идеологиями. В чем претензии? Почему вас напрягают, я бы сказал? То есть, когда не к чему прицепиться, цепляются к такой фигне. Наверное, больше нечего найти. Спасибо, Андрей, за то, что вы приехали. Претензия к моему коммунистическому прошлому, она выражается прежде всего. У меня отец, герой Советского Союза, отчим, если правильно. Но я его называю отцом. Он воспитывал меня с 4 лет. И сказать, что он неправильно воспитывал, я не могу. Он герой Советского Союза, воевал. Притом был один из выдающихся летчиков, первый герой Советского Союза в полку. Отец был связан непосредственно с коммунистической идеологией, как и миллионы людей, которые были в Советском Союзе. Совершенно верно. И воспитывал меня все лучшее, что во мне есть. Безусловно, я обязан и не скрываю. Это любовь к родине, преданность, честность, порядочность. Это заложено им. И я не могу сказать, что меня неправильно воспитывал. Я сейчас стою же на этих устоях. То, что коммунистская идеология несколько оказалась, может быть, неверной. Это не вина этих людей. Это первое. Второе, ну, скажем, в какой-то степени нарушило мои надежды на действительно социальную справедливость. В этой части я хотел бы рассказать одно стихотворение. А что такое надежда? Надежда – позолоченный обман от рода нашего существования, неясный сон зеленого одеяния, неистовых мечтаний ожа. В живых вливаешь пагубный дурман, ты пробуждаешь в немощи желаний, несчастным ты даруешь обещания, а тем, кто счастлив, счастье – талисман. Целая тень твоей волкая света, и всем зеленых видится очках мир, разукрашенный воображением. Что до меня, то я свои глаза держу в руках. Поэтому пересмотреть свои взгляды, найти в них ошибки, сделать анализ прошлому, это, я считаю, нормальное состояние любого здравомыслящего человека. Если брать вот аспект надежды, можно сказать, что вот у вас приход в партию «Слуга народа», он дает определенную надежду вашим теперь уже зрелым взглядам, если не брать советскую период, а вот брать современный период истории. Почему именно партия «Слуга народа»? Занимаясь наукой, здесь абсолютно очевидным является то, что от первого лица в государстве зависят все изменения. Владимир Зеленский дал надежду. То, что я предлагал ранее 10-15 лет назад свои научные разработки по изменению Конституции, они были восприняты со смехом. Никогда этого не будет. Никто не будет рубить сук, на котором сидит. И я потерял надежду. В 2006 году я покинул ряды Компартии. То есть долго еще до всех событий, которые... Совершенно верно. И углубился в изучение Конституции стран мира, в изучение более глубокого демократичности избирательных систем мира. Василий Николаевич, смотрите, вот вы, по сути, из всех кандидатов, которые здесь идут, от разных политических партий, там, движенцев, наверное, наиболее образован в юридическом плане. Поскольку вот ваша работа, в которой вы были соавтором, соредактором, мы редактировали здесь один из разделов
который был связан с конституциями Израиля, Швейцарии и других стран, он дал вам уникальную возможность сравнивать, компаративистика, как говорят и ученые, разные конституционные положения, истории конституционных, юрисдикций даже, конституции довольного государства. То есть вы можете передать свои знания на украинскую основу, когда станете, сейчас уже понятно, когда станете депутатом Верховной Рады. Потому что в нашей стране, мне кажется, юристов не хватает. И вы выгодно отличаетесь от тех кандидатов, ну, по крайней мере, которых я вижу здесь, в части того, что вы, кандидатов от других партий, в части того, что вы юридически образованы. Как вы планируете дальше использовать свои юридические знания вот, в конкретной работе в Верховной Раде? Я хотел бы применить практическую часть, то, что изучено, отчасти уже даже написано, внедрить в нашу Конституцию. Это первое. Второе. Помочь демократически избранному, по-настоящему народным президентом Владимиру Зеленскому. И как и он, я заявляю, что я иду только помочь для того, чтобы обустроить общество. Я иду всего на один срок. Передо мной не стоит задача остаться там. Я ученый. Мне нравится работа с книгами. Мне нравится, я люблю одиночество. Я люблю читать и мыслить. Я даже езжу на автомобиле и не слушаю музыку. Я зачастую надиктовываю в диктофон какую-то новый раздел или новую книгу. И это меня подталкивает реализовать себя еще практически. То есть для ученого всегда важно не только его изобретение, да, его научный труд, а плоды реализации. И я вижу, что это можно именно в партии «Слуга народа», именно с этим президентом Владимиром Зеленским сделать это. Василий Кирилович, ну вы не только ученый, вы на самом деле опытный бизнесмен и хозяйственный руководитель. В чем секрет бизнеса Василия Никифоровича? В чем секрет успеха бизнесмена, хозяйственного руководителя Василия Никифоровича? Какой у вас подход к тому или иному вопросу и как это можно использовать в дальнейшем в этом регионе? Это сложная и долгая история. Да, секрет. Нет, не просто секрет. Дело в том, что я учился и воспитывался в школе-интернат номер один. Здесь? Да, в городе Славянске. И в классе А были, у кого есть родители, а в классе Б были чистые детдомовские дети, у которых детей не было. Вернее, родителей не было. И они испытывали, мы хоть и в разных А и Б класс, но на переменах мы вместе, футбол играем вместе. И я как-то себе поставил задачу о том, что как-то надо, во-первых, обустроить мир, а во-вторых, приложить максимум усилий, чтобы мои дети никогда не испытывали вот такого состояния нужды. Я в своей жизни поставил цель номер один – выучиться и сделать свою карьеру таким образом, чтобы можно было и заниматься и наукой, и в то же время, чтобы семья не испытывала каких-либо проблем. Первое, если чем-то занимаешься, занимайся искренне и до конца. Освой и пойми, я действительно понял работу рыночной экономики. Это первый момент. И второй момент, это и мне помогло стать дальновидным, хорошим, успешным предпринимателем. Потому что я не рассматриваю предпринимательскую деятельность как одноразовый какой-то проект. Я рассматриваю их всегда как длительный, долгосрочный. Меня иногда говорят: Василий, ты любишь долгоиграющие пластинки. Это хорошо, это хорошее планирование. Если вот брать аспект округа вашего, вы как общественный деятель, как бизнесмен, как ученый, как выходец из этого региона, какие видите главные проблемы, которые нужно уже решать сейчас, не ждать их с точки зрения долгосрочной перспективы, экономическое развитие, конкретные, возможно, уже есть бизнес-проекты, которые нужно правильно продвинуть на государственном уровне. Что вы уже сейчас, как общественный деятель, видите, нужно делать? Спасибо за такой интересный вопрос. Я люблю свой город, люблю регион. Я неоднократно уже обращался к городскому главе Вадиму Ляху о том, что я связался с рядом коммерсантов, которые готовы инвестировать в наш именно город,
в тот проект, который я предложил финансирование. Это строительство солевыворочного завода и мини-содового завода. Более того, у нас есть разработанные уже месторождения, это Райгород, где 14, по-моему, скважин законсервировано. Да, я знаю, читал про это. То есть это сфера тоже, которую нужно развивать, да? Я так понимаю, я имею в виду вот эту сферу соды, соли. И... Конечно. И есть здесь и все, что необходимо, скажем, не надо новые какие-то земли приводить в негодность. Есть старое Белое море, так называемое, где были сбросы содового завода. Можно это использовать. Мне очень жаль, что многие заводы в городе Славянске прекратили существовать. Такие, как арматурный заряд, изоляторный завод. Рядом с этим заводом находится озеро, на дне которого есть идеальный кварцевый песок да, для производства изоляторов. Это редкий случай, когда завод и сырьевая база совсем рядом. Ну, ничего страшного. Я думаю, все это поправимо. Главное – желание. И последний вопрос, который я хотел вам сегодня задать, это, собственно, очень на самом деле простой вопрос. Но приготовьтесь, надо на него четко будет ответить. В чем ваше главное преимущество как кандидата от партии «Слуга народа», как человека, как личности, по сравнению и в отличие от других ваших конкурентов? Чем вы выгодно отличаетесь как политик? Прежде всего, я практическую часть могу внести с самых первых дней работы в Верховной Раде. Мне не надо подготавливать. Мы знаем, что ранее, когда избирались депутатами в Верховную Раду, первое, что поступали в университет, вернее, в Академию Ярослава Мудро, и ее оканчивали как раз за свою целую каденцию, а потом во второй каденции учились они что-то... закон. Да, а я готов. Уже готовы? Ну, это хорошо. Успехов вам. Увидимся еще. Рад был встрече. Взаимно.